Все, гоу. Итак, это видео называется «Подписчики дали мне задание». Здесь несколько заданий, не знаю, все ли мы сделаем или нет. Их нужно будет делать только на пилоне. Начнем. Спускаться сверху вниз по пилону, как кошечка. С киской разобрались. О, нет. Ты умеешь делать старфиш? Нет, я не знаю, что это. Это как политов вот так. А, боже мой. А старфиш, он как-то влияет, ну, типа, если ты не умеешь делать старфиш, значит, типа, лох в пилоне. Это как-то влияет на уровень? Давай пробовать. Ты меня поснимаешь потом тоже. Куратор Алина будет тоже потом пробовать. Так, старфиш. Погнали. Я сначала снизу попробую. Может быть, мат взять. Я возьму мат. Вот зато все подумают, что я, типа, не идеальна, понимаете? Я человек. И, типа, есть такое, что я что-то не могу сделать. Раз. Держи! 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 Давай, 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 давай! Попробуй. Да ну! Вот так. А ну-ка, смейся. Блин, ну ладно, когда тебе больно там где-то мышцы, кожи, то похрен. Но когда ты упираешься костью в пилон, фу, да. Кто придумал этот старфиш? На палку его и сжечь. И... Хочу увидеть, как ты жмешь над головой выхлопную систему от мотоцикла. Гога, привет. Так, выхлопная система от мотоцикла, это что такое? Это вот эта вот труба, которая, наверное, внизу. Выхлоп. Саш! Саш, а есть выхлопная система от мотоцикла? Конечно, есть. Дайте мне. Зачем? Ну, мне надо. Какая? Для видео. Какая? Не знаю. Но мне надо ее жать. Жать? Это вилка от Косотова. Вилка от Косотова, давай. Зашибись просто. Так, а что? Там написано жать? Жать над головой. Супер медленно, слоумо, с эмоцией возбуждения. Переодеться или разуться на пилоне. Ну, допустим. Ты
Шапочку могу снять. Как одеться? Хотя бы на бедах. Что-то разогрелось нормально. Станцевать с пилоном, не касаясь руками. Титаник. Зацепиться жопой, известная тема. Типа вот сюда. Вот так, как-то в жопу. Да. Да. Все знают, известная тема. Титаник в жопу просто. Так. Так. Вот так, да? Да, 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 да. Давай, 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 давай. Так. Давай. Красненькая такая ты там уже. Ну. Фу-чу. Станцевать дуэт с любимым. Ходи. Зачем мне это? Для видео надо. Для видео? Да. Тут написано станцевать дуэт с любимым. Что это, блядь, такое? И причесаться. А ты не брезгуешь? А ты? Но если ты не накрасишься, ты ее хрен смоешь. Ой, ты знаешь вообще отлично? Да? Да. Оставляю. Чтобы рот приоткрыт был буквально там минутки две, потому что будут проплешины такие. Буде не дуже гарно. Хорошо. Надеть чулки на пилоне. А есть чулки? Да. Да. А там написано, что на ноги их надо одевать. Я давно хотела так сделать. Танцевать под свой голос. Это я могу. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет. Ты
ты так круто поешь. Слушай, ты поешь вообще где-то, нет? Да, в туалете. Дуэт с Олимпией. Пока крутишь какую-нибудь штуку на пилоне, муж кормит тебя с ложки. Так, я предлагаю сделать крутяшку. А у вас все задания уже, да? Да. Блин, я что-то все протерла себе, всю правую сторону. Здесь от Титаника, здесь от чулков, а здесь от Старфиша. Звездная рыба, что ли? Кто придумал Старфиш? Напишите мне про этого человека.